Алиева, моя фамилия. А сегодня, вот, получается, в районе, ну, уже, наверное, 13 часов, к нам пришли работники Советского района полиции в сопровождении, значит, трех полицейских вооруженных с автоматами, с жилетами, на машине. И также с ними был работник ПДН и наш, как выяснилось, новый участковый. Их визит был мотивирован тем, что якобы в районе 11:15 в их дежурную часть поступил звонок о том, что в нашем садике побили ребенка. И они пришли, как бы, так как они должны проверять все эти звонки и реагировать на все, значит, вызовы, они пришли проверить, было ли это и так ли это на самом деле. В чем заключалась, по их словам, проверка? Значит, проверка должна была быть следующей, то есть проверить детей, посмотреть визуально, там, побитые они или нет, и в обязательном порядке пригласить к себе уже в советский РОВД работников и воспитателей, чтобы они дали объяснение этому. Я считаю, что этот повод надуманный, что такого просто не могло произойти. Все это время настойчиво, значит, они стояли, и вот сейчас, в любом случае, с меня, как руководителя, требуют обеспечить явку воспитателей после рабочего дня, чтобы они пришли и в любом случае дали эти объяснения. То есть я просто не могла позволить, чтобы они оставили детей и ушли, потому что их приход был во время тихого часа, с 13:00 до 15:00 садики есть час. И то есть даже визуальный осмотр детей фактически он как бы ничего не дал.